Сегодня я хотел бы рассказать о том, как самому поменять лампочку на противотуманке автомобиля Chevrolet Aveo T200. Покрыл я ее пленкой. На самом деле стекло белое. Выглядит она вот так. Полностью закрытая, герметичная крышка с резиновым уплотнителем. Держится она в машине. Получается, это у нас с водительской стороны. Держится она вот на этом саморезе. И снизу вот этот. Вот так вот она выглядит. Лампочка там изначально стоит вот такая вот Philips. Цоколь MH3. Плюс 30%. Цена такой лампы в магазине 190 рублей. Вот. А меняется она вот таким вот образом. Крышка в бок снимается. Стоит лампочка, держится она скобой. А дальше от этой лампочки идет вот такой вот проводок с контактом. Он вот так вот вытаскивается, нажимается вот так, вот эта вот скоба, которая держит лампочку, нажимается вниз, и дальше уже вот так вот вытаскивается наша лампа. Наша лампа. Вообще это можно делать на машине снизу, если есть яма. Но так как я себе снимал для поклейки тонированной пленкой для фар, поэтому решил сразу заодно рассказать, как это все устроено. Руками за стекло брать не рекомендуют. Вот. Это лампочка. Все дальше по той же схеме. То есть здесь на лампе видно места, чтобы не перепутать и другой стороной ее не поставить. То есть и здесь сверху овальная, снизу трапеция и на лампе. Получается, вот таким вот способом крепится лампа. Дальше вставляется и все это дело прячется внутри лампы. Дальше закрывается, то есть вот такой вот колпачок с резиновым уплотнителем закрывает все до щелчка. Вот так вот закрыто. Вот фишка этой фары. Вот такая вот лампа. На этом все. Кому понравилось видео, ставим лайк, подписываемся.